Сейчас пойдем по деревне. Я, в принципе, готова. Девятое сентября. День красоты. Вы представляете? Моя гортензия Magical Moonlight набирает цвет. Первый год она нынче у меня только вот еще растет. И вот уже где-то сантиметров, наверное, 50-70 уже выросла. И цвет набирает. А вот здесь кобея. Помните, так красиво, огромная. Она тоже цвет набрала. А как она расцвела, я сейчас покажу. Я покажу сейчас. Агератум, бархатцы, амарант, космея. Цветет здесь. Виаргины. Так, мой велосипед готов. Кстати, мы сейчас по деревне проедемся. А я пока покажу, уж раз руки взяла сразу камеру. Вот, смотрите. Вот она моя цветущая арка. С этой стороны бледно такие салатовые цветочки, почти белые. А с этой фиолетовые, сиренево-фиолетовые. Кобея. Так что она успеет нынче отцвести. Осень стоит очень теплая. Просто не просто теплая, а жаркая. Вот еще гладиолусы цветут. Красиво георгины. В общем, еще кое-что цветет. Конечно, много что-то я цвело. Я забыла, как эти цветы называются. Эти цветы я забыла, как называются. Я их посадила. Где-то потеряла от них этот пакетик. Я уже все забыла. Даже еще и петунии цветут. Так что. Микрофон не взяла, правда, с собой. Что-то я все про него забываю с собой брать. Наверное, меня будет плохо слышно. Ну, ладно, как-нибудь смонтируем, чтобы слышно было. В общем, я сейчас поеду на велосипеде. По деревне. Ой, какое яркое солнце. Солнце ярко, жарко на улице очень. В общем, идет 2 июля. Жаркий. Поехали, да, посмотрим, что там, какую-то дорожку сделали от памятника, в общем, или дорогу. В общем, сейчас его увидим. Берет. И с песнями. Песни у меня, конечно, на поясе, в сумке. В смысле, второй телефон, который могла бы включить, чтобы он песни нам выдавал. Но я его отключила. Так что сейчас вот видим. И я, наверное, выключу. Буду включать только иногда. Ну, когда посчитаю нужным, короче. Вот, поедем в ту сторону. В деревню. Я в деревне нынче практически не бывала все лето. Два раза, два, три раза, наверное, была за все лето. А за всю весну и осень уже идет. Так что там особо делать нечего, потому что магазинов теперь нет, только почта. И больше там вообще делать, получается, мне нечего. Все, вот вся радость моя, вот получается здесь, в самом конце деревни. В самом, при самом конце, в самый последний дом этой деревни. Жилой. Мой, мной обживаемый на полгода. Ну что, поехали. Вот мое такси. И я сейчас вперед. Все окошено у людей. Все в порядочке. Заборчики покрашены. Где тут гравийка? Сейчас посмотрим. Это вот улица Новая. Улица Новая.
где вот эти коттеджи стоят. Сейчас мы на нее, или улица Победы это. Ой, я уже в всех улицах наших запуталась. Где Новая, где Победы. Вообще-то там, наверное, Победа. Где тут кровейка? Ага, сюда. Да? Это было все. Сюда все. Тут даже что-то все выкорчевали. Опаньки. Давайте хоть посмотрим. А то я тут тысячу лет. Хожу раз в тысячу лет. И то реже. О, ничего себе. Вот тут были бетонные плиты всегда. Но они уже заросли. Вот видите, какой-то сток, что ли, сделали. Вот. Вот дома. Улица Победы, блин. Посмотри дальше, что тут дальше будет. Так, с велосипедом пойду. Там и выеду. Уже. Так. Ну, вот так и смотрим. Цветочки еще цветут. Грядочки уже копаются. А туда посмотрим, там тоже клумбочки какие-то есть. Ну, вот это вот насыпали тут. Типа тут насыпали гравия сверху. Никто, никого не видно. Так, зайдем сюда. Посмотрим. Так. Ой, это что такое? Парк культуры и отдыха. У-у-у, ребята. Ничего себе. Да можно и нам ходить тут спортом заниматься. Понятно. Мы что, перепрыгнем, что ли, как-нибудь? Так, пойдемте. Опачки. О, тренажеры. Ну, это вот правильное дело. Ничего себе. Классно. Классно, классно, классно. Рабочие это работают уже? Или еще нет? Или еще не включены? Ну, что сделали? Классно. Вот эти тренажерчики хороши для наших пенсионеров. Мы тут что, окашивали? До конца не доокашивали. Дорожки гравием посыпаны. Бархатцы цветут. Молодцы. Хорошо. Ну что, вот он. Вот он наш обелиск Победы. Обелиск. Вот уже отстоял. Ну что, вот цветочки эти сделали, да. Молодцы. Это наши женщины, конечно. У нас вообще в деревне все женщины обожают цветы. У всех просто заросли цветочные. Так, я сейчас посмотрю своих родственников. Так, Перминов Алексей Митрофанович. Вот, А.М. У меня отец Перминов Иван Митрофанович, а это Алексей Митрофанович. Мой отец прошел всю войну и пришел, слава Богу, живой, уж умер после войны, когда юбилей... Не дожив до юбилея Победы. Юбилей это, наверное, сколько? 75 лет. Ой, наверное, 75, да? Ну, лет. Не дожив. Он не дожил 4 дня. 5 дней не дожил. До юбилея Победы. Вот. Поэтому из, вот из его братьев тут одного только. Перминов Алексей Митрофанович. По-моему, два брата-то погибли на войне. Затея еще, кажется, Митрофанович, или он позже умер. Вот это я что-то запамятовал. Вот видите, вот это наши все односельчане. Все односельчане наши.
Березневы, Великжанины, Кузнецовы, Машенковы. Очень много Машенковых, Смирновых, Казариных, Игнашовых, Громовых, Кокаревых. В общем, всех очень много. Всех. А вот фамилия Перминов я что-то вижу только в одном месте. Только моего отца брат, младший, здесь погиб на той войне. Ну что, смотрела, все оглядела. Вот такая вот. Ну вот этот уголочек мне очень понравился. Уж там гравий, но я не знаю, это все на колесах растащится, это все история известна. Но вот то, что вот этот уголочек хороший, и можно тут вот заниматься. Интересно, на самом деле, в рабочем состоянии или нет? Вот эти два механизма. Ну, наверное, в рабочем. Тут уже потоптано, значит, люди занимались. Я уж не буду испытывать на себе, потому что не знаю, на что нажать. Вот, там что лежит такое, вот там на скамейке на той, пойду посмотрю. Какая-то резьба лежит. Это что тут такое? А, такие скамейки. А, резьба, наверное, Саша Александр Лебедев, наверное, делал. Ну, вот тут такие они понадежнее сделаны, металлическими каркасами. Да. Вот девчонкам тут женщинам вышел после трудового рабочего дня из огорода. Еще тут позанимался. И больно здорово. Хорошо для здоровья. Ой, да. Физических упражнений хватает в огородах. Нынче всего наросло. А сейчас надо все это прибрать. Баночки разложить. Ну что, я все посмотрела. Сейчас выйду вот в ту сторону. Улица Победы. Это улица Победы. Чего я не сфоткала? Да хоть еще давайте сейчас сфоткаю. Фотографию сделаю. Березовая аллея. Это вот. Березы сейчас, конечно, листьев тут насыплют. Очень красиво то, что береза. Но то, что потом надо все эти листья убирать. Я почему это знаю? Потому что у меня около дома сами видели, сколько берез стоит. Я с ними бьюсь каждую осень и каждую весну. Вот. С этой стороны красивее, наверное, еще вот так вот сниму. Ворон где-то каркает. Каркает. Все, я, наверное, на выход. Опять, наверное, здесь ближе. Вот я и проехалась по своей деревеньке, Кривячке. 9 сентября. Скоро возвращаться в город. А пока нужно запечатлеть такие прекрасные, теплые, сентябрьские, солнечные денечки. Всего доброго, дорогие друзья. До встречи